Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Быстов, владелец сайта поискбыстро.ру. Сегодня вам предлагается не совсем обычный ролик, не совсем обычный и по продолжительности, это около 9 минут, и по содержанию. Этот ролик — запись с экрана презентации Мэри Эллен Бейтс, появившейся на необъятных просторах интернета 28 октября 2013 года. Презентация сама на английском языке, поэтому при просмотре я попытался комментировать ее на русском. В тексте будут ссылки на сайты, на операторы Гугла. Первоначально я планировал подготовить эти видеоуроки по каждому примеру, но вот прошло уже больше месяца, ничего не сдвинулось с места, поэтому я решил выложить весь ролик, а потом по мере возможности, при наличии времени, готовить отдельные фрагменты. Тем не менее, я считаю нужным опубликовать этот ролик быстрее, для того, чтобы принести максимальную пользу интересующимся людям. Секреты суперискателя. Автор — Мэри Эллен Бейтс. Сайт batesinfo.com. Интернет-библиотека 2013, 28 октября 2013 года. Адреса для следования в Твиттере. Google Crisis Maps. Мониторьте местную ситуацию. Создайте свой собственный профиль на Google.org Crisis Response. How would you answer this? Как вы ответите на это? Покажите мне людей, которые используют слово energy, изменение по времени, изменение энергии по времени. I use Google Trends. Я использую Google Trends. Google.com Trends Explorer. Поиск по слову energy, энергия, в 2007 году. Далее. Поиск по этому же слову в 2013 году. Сравниваем два поиска в разное время. Что-то переместилось на более низкие позиции, что-то переместилось на более высокие позиции. Это и есть тренд. Market Research Trends. Сравните популярность брендов, фильтр по географии, по дате, по категориям, по типу поиска. Интернет, YouTube. Пример сравнения по категории. По времени интереса. Сентябрь 2013, октябрь 2013. Синенькая iPhone 5C, iPhone 5S, Galaxy S4. Желтенькая Droid. Зелененькая. Можно добавлять термины. Google goes broad and deep. Google ходит широко и глубоко. Ищите людям, организациям широкие темы. Шизофрения, censorship, Сирия, depth ceiling, евро. Смотрите секции и для in-depth articles. Kickback and spend. Вернитесь и через 15-20 минут посмотрите. In-depth articles. Google's Reading Level Filter. Фильтр в уровне Google Reader. Не находите контент, используйте поисковые инструменты. Все результаты — уровень чтения. Уровень определяется из семантического анализа. Это пример. Google's Media Tools. Great way to package tools. How about your library? Google.com. Get Media Tools. Собирайте, организовывайте, визуализируйте, продвигайтесь, публикуйте, развивайтесь. Дополнительные ресурсы. Перечислено какие. Use autocomplete as research. Используйте
дополнение для поиска. Набираете фразу, внизу уже появляются различные варианты продолжения из числа тех, которые уже искали люди. Needs visuals, search for infographic and search terms. Набираете фразу infographic and, фигурные скобки, термин. Пример. Infographic market share, iPhone. Приведены инфографика распределения рынка айфонов. Disconnect me. Anonymized search. Анонимный поиск. Google, Bing, Yahoo и так далее. Pull down and directly from Omnibox. Download app at Disconnect me search. Search directly at search Disconnect me. Это ресурс, откуда можно скачать приложение. Baleko still useful. Про ресурс Блэко. Он полезен для фокусированного поиска. Then run. Google for data. Сканированный PDF, Excel, HTML, таблицы, графики и так далее. Бесплатные данные для загрузки. Пример. millionshot.com long tail research eliminates top 100 to million 1 million sites quite several sites million tall com only top sites CI on LinkedIn. Competitive intelligence on LinkedIn. Where do former Nike IT pros work now? Где работает бывший сотрудник такой-то фирмы? Advanced People Search. Расширенный поиск людей. Прошлая компания Nike, индустрия информационной технологии. Потом смотрите текущую компанию. Пожалуйста. LinkedIn influences. Влиятели на LinkedIn. Monitor for your market influences. Bill Gross, SEO, Idea Lab. Martin Sorrell, SEO. Здесь выявляются компании, которые оказывают влияние на ваш рынок. Это пример. Quant.com. Dynamic Web Social Search Engine. WebLeaf Social Shopping. And Wikipedia. Nice overview of topic. Пример. Facebook Graph Search. Применительно для реального исследований. Друзья друзей, которые работают на орг. Любимые книги людей, которые любят. Neil deGrasse Tyson, Ted Cruz, Seth Godin. Data mining SEC docs. Word analytics com calculates FOG score sentiments of feeling risk litigiousness. Sentiment score. Where can you tell a story? Где я могу рассказать историю? Активные чувства, негативные чувства. Пример. Deck. Координаты Мэри Эллен Бейтс. Если вам понравился ролик, то оставляйте свои комментарии, нажимайте на кнопочку «Нравится», делитесь своими друзьями. А я вас приглашаю на свой сайт поискбыстро.ру, на котором очень много информации о быстром поиске в интернете. Там же можно подписаться на рассылку «Секреты быстрого поиска за 5 минут». Большое спасибо за внимание. До новых встреч.